Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Устарел планшет? Приходи в ломбард «Титан» и поменяй на современный. 450707. На улице Карла Маркса камера зафиксировала, как столкнулись три автомобиля. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Карла Маркса двойное ДТП зафиксировали сразу два видеорегистратора. Что? Авария, они стукнулись. А, стукнулись. Ну, он выезжал, да, я не заметил. Вот это-то что за капец. Авария. И жопу еще тот завернул. Уа, да. Ну и кто виноват? Так что? Этот на встречке. Вон тот виноват. Ну тот-то, да, выезжал. Че там с бочиной-то? Судя по видео, в аварии пострадали иномарка Subaru и две Лады 12 модели. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Воробского водитель темного кроссовера не заметил попутный Volkswagen. Я похоже только что прямо на глазах на остановиться. Дальше у меня записалось все. На улице Лепси несколько нарушителей не пропустили машину с камерой. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Герцена водитель иномарки решил развернуться. Ты чё, дебил или чё ты, На улице Боровского камера зафиксировала, как водителю Peugeot не хватило терпения, и он поехал на красный. На перекрестке улиц Ленина и Красноармейской водитель иномарки и таксист также не заметили разницу между зеленым и красным сигналом. Мне кажется, ли снова идет на красный. На Октябрьском проспекте пешеход внезапно решил перейти дорогу в неположенном месте. На улице Ленина женщина-пешеход рискнула перебежать дорогу. Водители вовремя заметили этот безумный поступок и затормозили. Состояние трассы Киров-Пермь зафиксировал видеорегистратор очевидца. Судя по видео, время в пути увеличилось минимум в два раза. Михаил Вагин, место происшествия.